На прогнозі девальвації гривні побудована стратегія управління держборгом до 2022 року. Напередодні її затвердив Кабмін. Відтак, наприкінці року прогнозують, гривня опуститься до 28 за долар, а до кінця наступного – до 29,40. Падатиме курс гривні до 2022 року включно. Тоді, припускають, курс становитиме 30 гривень 70 копійок за 1 долар. Основоположний документ, розроблений для реалізації боргової політики, обговоримо з економічним експертом Володимиром Даньком. Пане Володимире, вітаю вас. Відтак, чи була вже у вас можливість детально ознайомитись з цією стратегією і які ваші експертні висновки з цього документу? Да, собственно, ознайомився, це не секрет. Зараз, по-моєму, більш такий відкритий істочник інформації дає таку можливість ознайомитися, ну і кое-что, звісно, по своїм каналам. Поинтересовался. Более того, это не секрет, что вот эта вот стратегия новой команды, которая сформировалась, она в том числе была под влиянием последние 3 месяца некоторых советников. Они пока за кадров не кадровича, не очень открывается фамилия. Тем не менее, в общем-то, идея понятна, то, чего хочет сделать новая команда. Но в данном случае инициатором по всем параметрам выступает Министерство финансов и вновь назначенный министр финансов, то, что мы обсуждаем, долгових обов'язків України. А яку оцінку за 5-бальною шкалою ви б поставили такі стратегії? Давайте оцінки будемо ставити тоді, коли будемо бачити результати цієї реалізації стратегії. Ну, а з точки зрення того, що намечено, я вам скажу, ну, дай Бог, щоб її вдалося імплементувати в течение, навіть не одного року, а от десь годика 2, а то і 3 роки. Тому що от ця стратегія, вона не є чимось новим-новим. Она не является ни в академическом плане, она не является ни в практическом, она является более-менее рациональным продолжением того, чего еще было начато. Я бы сказал, Ярейская в 2015 году, собственно, речь идет об одном из 4 сценариев развития в определенном направлении. Сейчас я объясню, что имеется в виду. Смотрите, но для того, перед тем, как я расскажу вот эти сценарии, чтобы было понятно нашим слушателям, давайте по цифрам пройдемся немножко. Давайте, я зауважу зараз одну из цифр, що згідно цієї стратегії пропонується, прогнозується, що сума державного боргу по відношенню до ВВП зменшиться. І якщо зараз вона становить близько 52%, то прогнозується, що до 2022 року становитиме 43%. От, можливо... Давайте будемо акуратно з цієї 50%. Смотрите, я зараз в абсолютці, щоб було зрозуміло, як це складається. Идем от общего долга. Общий долг, потому что государственный долг, он является ничем иным, как составляющей всего совокупного долга. Так вот, совокупный долг, это 104, я даю сейчас в долларовом эквиваленте, немножко меньше цифры, могу в гривнах, но это уже триллионы пойдут. В долларовом эквиваленте 114 миллиардов общий долг. Из них государственного долга 80 миллиардов. Теперь смотрите, вот эти 80 миллиардов, они делятся на две составляющие. Из них почти 50 миллиардов это государство занимало в инвалюте, так называемом, ну, в основном это там часть, это евробонды, значит, и остаток 30 миллиардов, опять в долларовом эквиваленте, я сейчас называю, занимало государство внутри. Итак, вот это 80 миллиардов. Теперь смотрите дальше, как делится сумма. 50 миллиардов, 50, я немножечко округляю, там 49, так, почти под 50. 50 миллиардов делится следующее. 1/5 это было гарантировано государством под других заемщиков. Такая целая механизм, я не буду сейчас вдаваться в подробности, как происходит это, для чего, кому это нужно. А вот около 40 миллиардов это непосредственно государство занимало для того, чтобы обеспечить свои задачи текущие. Теперь понятно, откуда взялась вот эта цифра 50. Когда мы соотнесем теперь 40 миллиардов с ВВП, ну, в данном случае последний ВВП официально это 112, вот тогда мы выходим на цифру. На самом деле мы немножко должны по-другому, желательно, не то что должны, желательно пересчитывать, учитывая не как бы даже не 40 плюс 10, а 40 плюс 10 и 30, потому что это совокупная задолженность, неважно перед кем, как это было взято. Обратите внимание, о чем идет речь теперь Министерства финансов, как говорится. Что, в общем-то, на слуху, на языке вот сейчас во всех средствах массовой информации. Где-то середина 2018 года, включая 2019 год, есть пиковые платежи по именно внешним займам, которые номинированы в основном в долларовые это займы. И они были оформлены, основной пик, вот, который оформление, это пришлось реструктурирование вот, долгов Ярейской. А
я не вдаю сейчас цифры там, по совокупности, сколько ресурсов. Ближе так, да. До сути. Теперь смотрите, вот это нужно сейчас снизить пики, потому что по совокупности кусок 18-19 годов, это около 10 миллиардов надо выплатить долларов. Это очень большая нагрузка для Украины. Чего хочет Минфин? Оно хочет так называемое это смузин, это сглаживание вот этих вот выплат. Для того, чтобы сгладить выплаты, нужно опять реструктурировать долг текущий. Теперь смотрите, по сути, у страны есть 4 возможных варианта. Реструктурирование долга, которым сейчас поставлено на первое место, это 1 из 4 миллиардов. Первое, самый был простой, которым всегда пользовалось правительство, это подпечатывание денег, ну так его упрощенно назовут. Это за ответственность несет Национальный банк. Национальный банк всегда это съезжал. Ну, со скрипом он делал. И как вы прогнозуете, будет это друкование? Это всегда будет. Под давлением оно будет. Потому что ну, там причина другая. Там всегда был дефицитный бюджет. Вот под бюджет не закрытый. Кстати, в гривне уже я сейчас назову цифру. Под гривневые потребности только 2019 года нужно будет где-то найти дополнительно дефицитных около 90 миллиардов гривен. Это достаточно... Ну, это 3 миллиарда долларов, чтобы было понятно. Неважно, там, по какому курсу мы даже будем пересчитывать. Это очень приличная сумма. Так вот, обратите внимание, что какой финт, ну, я не знаю, такой финт должен сделать Министерство финансов. Оно должно сгладить или убрать давление с 2019 года вот этих оставшихся там 4,5, 4,6 РДО. Сумма вроде бы небольшая. Если бы, через запятую говорю, если бы были инвестиции реальные, и Украина росла с экономикой. Такого не происходит. Самое неприятное, гривневая инфляция 7,4 заложенная на 2019 год. То есть каких-то подвижек вот в этом году, 19-м, не произойдет. Источников дополнительных откуда-то взять долларовую массу невозможно. Поэтому если мы рассматриваем 4 сценария, куда Минфин потенциально бы мог взять, Нацбанк будет все время сопротивляться. Он всегда сопротивляется, но потом под давлением соглашается и подпечатывается. Мы зараз заговорили за інвестиції. Хочу вас відразу запитати. Да. Оксана Маркарова, міністр фінансів, коментуючи цю державну стратегію, зазначила, що очікує збільшення інтересу серед інвесторів до України. Як ви думаєте, прийдуть інвестори, якщо буде зменшуватись держборг по відношенню до Давайте я приземлю немножко. В інфляцію 7,4, здесь нічого интересного для инвесторов, для институциональных инвесторов нет, если в реальные секторы. А вот в бонды они могут зайти. Я объясню почему. Потому что значит, купонный платеж, который пойдет вот, с реструктурированием, он будет достаточно увеличен. И он будет сделан интересным. Это точно так же, как я резко делал. Вот Маркарова повторит по существу этот план. Только с разнесением. Если Украина только единственную имела эмиссию в 2017 году, 15 лет, то теперь это будет переложено практически ну, там, большой чанке, ну, большом куске от бондов. То есть произойдет реструктурирование 7-8 леток, уже 5 леток нет, на вот этот более долгосрочный период. И вот там йилды или доходности для инвесторов, они пойдут. То есть не резиденты войдут вот в эти вот позиции. Более того, ну, для людей, которые знают, есть уже готовые деньги под ввод. Они были готовы уже полгода назад. То есть мешки денежные уже собраны за рубежом. Я не буду называть страны, не буду называть институции, через которые они войдут, но эти деньги уже есть. Это все уже известно. Поэтому дело осталось технике Минфину, как бы переоформить эти долги. Это действительно бумажная работа, клирикальная, бюрократическая. Здесь ничего такого нет. Еще подчеркиваю, что давайте верну наших слушателей внимание, чтобы было понятно. Первое – это национальное. Второе – есть немножко остатки на счетах, так называемые переходящие в Национальный банк. И их можно вымыть, рано или поздно их нет. Это около 2 миллиардов эквивалента долларов. Значит, с натугой, но их можно взять. Но сумма не перекрывает как бы потребностей долгов. Третье, вот это вот реструктурирование. Четвертое, это дефолт. Слово дефолт запретят просто говорить. Запретят прежде всего, потому что, ну, очень сильно уже в Украине... Ну, зараз кто только не обговорює можливість дефолту и так далее. Обговаривать может кто угодно, но другое дело, что государственным людям, которые отвечать должны за свои слова, там просто скотч на народ наклеят. Ну, особенно те, которые контролируют, ну, сейчас, смотрящие, скажем, с международных фондов. Они не идут. Потому что проблема дефолта – это не просто признание, я не могу объявить себя банкротством, а просто потом реструктурировать будет очень все тяжело. Ясно, да? Из 4 сценариев остается один. Вот действующая министра финансов, она это и продолжает. Собственно, здесь ничего великого нет. То же самое делала и в свое время Ерес. А как бы вы оценили динамику щодо державного боргу? От мы бачимо
зараз, що у 2008 році державний зовнішній борг сягав 11,2 мільярда доларів, і це було майже 14% до ВВП. Найбільший стрибок відбувся 2014 року, і у 2016-му зафіксована найвищу позначку – понад 69%. Відтоді ситуація почала потроху стабілізовуватися. Тож, ваші прогнози, чи справді можна буде так стабілізувати? Два підвопроси в цьому випадку. Смотрите, коли ми говоримо про процентне відношення до ВВП, тоді є сенс обговорювати, коли ВВП росте. Це не випадок України. Там худо-бідно, і то видихнули там 2,8, якщо ще як вважати, Україна видихла в минулому році. Це не рост. Тому ми о проценті ВВП можемо серйозно говорити, якщо ми були, допустим, ну, там, Італія, Франція, тоді ми місили б цей питання. В даному випадку ми беремо абсолютне відношення ВВП і долга. І в даному випадку ВВП 11 і рост. Значит, смотрите, вся идея вот этих ускоренных займов начинается с 2009 года. Я не буду упоминать фамилии. Почему именно? До этого было, знаете, ну, практически спокойно, как на кладбище. Там линия такая была алгоритмическая, она шла все время на одном уровне. И вот с 2009 года начинается, 2009 я имею в виду, очень резкий скачок внешних займов. Возникает вопрос, почему именно с 2009 года и кто в данном случае там отвечать должен за это? Вы имеете на увазе политическую складову того, что происходит в политике и экономике? Мы берем сейчас о финансах. А повязана будет якось эта реструктуризация, эта стратегия с политической историей, которая происходит в Украине, которая ожидается? Я бы не хотел спекулировать. Давайте открываем тогда, возникает вопрос, куда эти деньги, которые идут за и куда они идут. Только я не беру тот случай, когда пополняются резервы Национального банка. Это отдельная история, потому что там фактически деньги живые не входят, они практически идут на различные виды активов. Так вот, когда мы открываем бюджет и смотрим на статьи затрат, вот это фактически деньги, если они входят, вот куда они пошли. Ясно? Вот как здесь не надо думать. А дальше политическую подоплеку, пусть политологи это или политинформаторы сообщают. Я говорю о финансовой составляющей. Вот эти деньги, они входят, и потом по каналам они уходят туда, куда им надо. А бизнес якось відчує на собі зміну чогось у своїй справі, в цій стратегії? Об'ясняю. Із совокупного долга 114 ярдов, всього-навсього 24 ярда – це бізнес. Все остальное – государство. Я вам об'яснив. Ось ця тенденція з 2009 року, ускоряющаяся займа государства. Куди воно йде, як воно розподіляло, по яким карманам розкладало – це віддільна тема розмови. А скажіть, будь ласка, а от те, що закладено девальвація гривні, зміна курсу, невже це ніяк не вплине на бізнесменів і на фізичних осіб? В цій країні, навіть ніхто офіційно до сих пор на сьогоднішній день не об'яснив, яка природа цієї інфляції, або як, з чим зв'язана от це от гривне обесценення. Два рази країна переживала катастрофічне падіння гривни, і тоді теж ніхто не об'яснив. Ми пам'ятаємо 4,5, там 4,7, спочатку до 12, а потім, всім пам'ятний звучок, скачок по последней 8-9 году. Как можно сейчас говорить об объяснении 27, 28, 29? Формально записали бизнесы, все бюджеты внутренние, большие тем более бизнесы, все бюджеты приравняли к там, 30-ке, ну 30 гривен. Уже заклали, то, что закладывает уряд до 2022 года. Совершенно верно. Население и так уже обнищало уже до некуда, два раза уже такой эксперимент сделали с собственным населением. Ну, все остальное, а что дальше говорить? Ну, если 7,4% инфляцию мы обозначают официально, неофициально она, конечно, выше, это не надо там как бы думать, посмотрите на ценовые позиции. А вот в отношении курсовых разниц я уже объяснял вам, что два раза уже сумасшедшее просто падение происходило. Это как бы отдельная инфляция и курсовые позиции по гривне. Это отдельный процесс. Но вы считаете, что может быть падение гривни еще больше, чем закладано в эти стратегии? Ну, посмотрим. Оно на вашу думку, эксперт? Соотношение, в данном случае, соотношение доллара, ну, или инвалюты, как евро, доллар и внутренние валюты, значит, вот вам и показатель курса текущего. И наостанок, какие факторы могут завадить впроваджению этой стратегии? В Украине очень специфическая картина. Смотрите, на сегодняшний день нет цифры. Есть два контура в Украине хождения денег. Есть формальный или официальный, есть неформальный или неофициальный. Так вот, в неформальном контуре около от 70 до 120 миллиардов долларов ходит. Это, по сути, еще один ВВП Украины. И вот эти два контура, они очень плохо состыковываются. За 120 миллиардом стоит недоверие к системе. Вот если кто-то это недоверие сможет преодолеть, я не знаю, министр финансов, президент или кто-то еще, значит, тогда нужно отливать уже памятник точное золото. Но на самом деле, поверьте мне, это не один год, это не два года, не три года. Потому что, еще раз, два контура, две, по сути, системы. Отдельный разговор, как сформировались эти две системы в Украине. Два контура хождения денег.
Поэтому надо быть очень аккуратно с этими цифрами, когда мы говорим, вот заложен курс там 30 на 2022 год. Почему 34, например, а почему не 32? Таких, вот, знаете, это как на потолок посмотрели, ну там прикинули такие модели. Дякую, пане Володимире, за вашу експертну думку, оцінки та коментарі. З економічним експертом Володимиром Даньком обговорили затверджену Кабміном стратегію управління держборгом. Документ розробили до 2022 року. Ще більше інформації для підвищення фінансової обізнаності на сайті першого ділового FBC.net.ua. Не перемикайте.
С вами Рик Реннер. Я стою в нижней части Ефеса, на портовой дороге, что вела от гавани прямо к центру древнего Ефеса. За моей спиной большой театр, подобно вееру, раскинувшийся на холмах и некогда вмещавший 24 тысячи зрителей. Здесь собрались ювелиры-серебряники, возмущенные проповедью евангельской вести, о чем мы читаем в 24 главе Деяний. Ефес стал театром Божьей славы. За 3 года служения апостола Павла в этом городе Божья слава изливалась здесь безмерно. В тот же период была основана поместная церковь, ставшая крупнейшей в первом столетии. Фактически, это первенство оставалось за ней почти 2000 лет. Огромная церковь, которая испытала силу и прекрасно знала Христово учение. Миссионеры из Ефеса основали множество церквей в провинции Асии. Словом, это была сильная и великолепная церковь, Ефесская церковь. Другой такой в истории не было. После отъезда Павла пастором церкви стал Тимофей. Впоследствии в Ефесе обосновался апостол Иоанн. Он стал епископом церквей всей провинции Асия. Он заботился о церквях, опекал пасторов в этом регионе. И здесь, в своем доме в Ефесе, Иоанн написал свое Евангелие и 3 послания, первое, второе и 3 послание Иоанна. Иоанн прожил в Ефесе до своей кончины. Словом, в этом городе Божья слава проявилась поистине в невероятных масштабах. Изумительно! Город когда-то утопал в нечестии, язычество, дикий разврат. Откровенно говоря, отвратительное место даже по языческим меркам. И именно в такой обстановке Бог начал изливать свою благодать. И ведь об этом говорится в Библии. В послании Римлянам 5 главе, «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Уверяю вас, где бы вы ни находились, даже если это никудышное место, там, где вы, Бог желает излить свою благодать точно так же, как Он сделал это когда-то в Ефесе. И сегодня мы поговорим о роли Ефеса на основании Откровения 2 главы. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я вас ждал. Сегодня мы сразу откроем книгу Откровения, 2 главу, 1 стих, с которого начинается обращение Христа к Ефесской церкви. Эта церковь считалась примерной, она занимает в церковной истории исключительное место. Она объясняет действия изумительной Божьей благодати в духовно мрачной обстановке. Однако у Христа было что сказать этой церкви. Эти слова актуальны и для нас с вами. Нам следует их услышать, понять и откликнуться. Сегодня мы прочтем об этом в Откровении, 2 главе, 1 стихе. Мы раскроем понятие «церковь», его истинное значение, вас ожидает настоящее откровение. Сейчас позвольте напомнить о предложении моего цикла под названием «Послание Иисуса Ефесской Церкви». В цикле 10 частей, основанных на этих передачах. Вы можете скачать его в аудиоформате вместе с чудесным учебным пособием, содержащим греческие слова, их определения, которые были даны в этих передачах, и также принципы истины. Он полезен для личного изучения и для изучения в группах. Настоятельно рекомендую вам скачать его бесплатно сегодня. Вместе с этим циклом предлагаю вам ознакомительную версию большой книги «Свет во тьме», 7 посланий 7 церквям. В этом томе изучается обращение Христа к Иоанну на Патмосе и церквям в Ефесе и Смирне. Эта книга насыщена иллюстрациями, фотографиями, сделанными нашим коллективом на реальных библейских местах. Это настоящая сокровищница истории ранней церкви. Если вы хотите как следует разобраться в жизни новозаветной церкви, вам на самом деле нужна эта книга. Откройте для себя достопримечательности и культуру древних городов, Ефеса и Смирны. Вы получите глубокие исторические и духовные знания. Читателям нравится эта книга, она полна ценных сведений, благодаря которым история новозаветной церкви оживает перед глазами. Конечно, никто не сможет прочитать ее в один присест, не смог и я, но я обращаюсь к ней как к справочнику, коим она, по сути, является. Послушайте отзыв о книге директора Пергамского музея. Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. А на обложке приводится отзыв директора Ефесского музея, цитирую его слова. «На полках моей библиотеки стоит множество исторических книг на эту тему, но ни одна из них не сравнится с этим трудом». Это мнение специалистов по археологии и истории. Удивительно.
И написана книга так, чтобы вы ее легко поняли. По свидетельству тысяч, прочитавших эту книгу, она углубила и расширила их понимание Нового Завета. А понимание контекста Нового Завета является просто необходимым для понимания новозаветных посланий. Скачайте бесплатно ознакомительную версию этой книги. Просто скачайте. Я уверен, она произведет на вас глубокое впечатление. Она будет полезной для вас. И сегодня я зачитаю отрывки из этой книги, ведь лучше написанного сказать нельзя. Итак, я приготовлюсь и открою книгу, но прежде вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Мы изучали первую главу Откровения. Иоанн находится на острове Патмос, и в первой главе, 10 стихе Откровения, апостол пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Мы выяснили, что глагол «был» на греческом «гиномай» в контексте указывает на переход из одного измерения в другое. Этот переход застает человека врасплох, неподготовленным. Используя глагол «был» греческое «гиномай», Иоанн говорит: «Я перешел из одного измерения в другое. Я этого не ожидал, оно застало меня врасплох». Затем он объясняет это измерение: «Я был в духе». В духе лучше перевести как «в духовном измерении». «Внезапно я оказался в духовном измерении». Напомню, Иоанн жил в ужасных условиях в пещере на острове Патмос. Разве можно было представить условия хуже, чем пещера на Патмосе, оторванная от общества, от родных, от друзей, но не оставленная Иисусом? Когда Иоанн был в пещере, внезапно перед ним распахнулся духовный мир. Иоанн увидел духовное измерение. В 10 стихе он пишет, что вдруг оказался в другом измерении, в духовном измерении, где увидел Иисуса таким, каким никогда его прежде не видел. Если вы в затруднении, это лучшее состояние для совершенно нового откровения Иисуса Христа и новых слов от Него, которых вы никогда прежде не слышали. Он с готовностью пронзит тьму вокруг вас, проникнет в ваше окружение, просветит мрак, возвестит нужные слова и даст увидеть то, что вам нужно именно сейчас. Также в 10 стихе Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». 11 стих: «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». Затем он перечисляет 7 церквей: в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Лаодикию. Это 7 главных церквей в Асии, крупнейших и наиболее влиятельных в регионе. Первая церковь, к которой обращается Иисус, — Ефесская. И мы читаем в Откровении, 2 главе, стихах с 1 по 7. Давайте быстро откроем Откровение, 2 главу, стихи с 1 по 7, и прочтем полное обращение Христа к Ефесской церкви. Стих 1. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Стих 2. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Стих 3. «Ты много переносил, имеешь терпение, ради имени моего трудился и не изнемогал». Стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». 5 стих. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». 6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Глагол «ненавидеть» очень экспрессивный. Иисус произносит это слово дважды в одном стихе. Он говорит: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». В этих стихах столько всего, сколько откровений. Начнем с 1 стиха. В 1 стихе Иисус говорит: «Ангелу Ефесской церкви напиши». Прозвучало слово «ангел». А кто такой ангел в Ефесской церкви? Небесный Божий ангел или кто-то другой? Прочту из своих заметок.
Слово «ангел» на греческом «ангелос» указывает на посланника, человека, и также на ангельское существо, или-или. Это тот, кто послан с особым поручением, тот, кто отправлен исполнить конкретное задание. И оно зачастую указывает на делегата или высокопоставленное лицо, указывает на функции пастора, посланника от Бога. Идет ли речь о небесном ангеле или о пастыре? Ответ находится на странице 271 моей большой книги «Свет во тьме». Греческое слово «ангелос» или «ангел» в Новом Завете чаще всего переведено как «ангел». Однако в некоторых случаях встречается и такой вариант перевода — «посланник-вестник». Слушайте внимательно, это очень важно. Хотя у поместных церквей могут быть ангелы-наблюдатели, маловероятно, что слово «ангел» в вышеприведенных стихах указывает на небесного посланника. Иисус обращался к людям, посланникам семи церквей, то есть к конкретным личностям, к людям, вероятнее всего к пасторам, поставленным руководить этими поместными общинами. В качестве этих вестников выступали пасторы поместных церквей. Послушайте внимательно, это очень важно. В Новом Завете не встречается ни единого случая, когда бы ангелы учили, проповедовали, обличали или исправляли какую-либо из церквей Иисуса Христа. Следовательно, толкование слова «ангел», «ангелос», как «небесное ангельское существо» приводит к значительным богословским несоответствием. В действительности Иисус обращался к семи пасторам, каждый из которых был поставлен Христом для руководства поместными церквями. И адресуя послание в первую очередь пасторам, послушайте внимательно, Иисус проявляет уважение к ним, как представителям духовной власти в церквях. Сначала Господь захотел поделиться важным посланием с пасторами церквей. Далее ответственность за передачу Его посланий верующим ложилась уже на плечи пасторов. Ни у меня, ни у большинства библеистов нет ни малейшего сомнения в том, что слово «ангел» в Откровении, 2 главе и 1 стихе, греческое «ангелос», не указывает на небесных посланников, небесных ангелов. В данном случае это слово указывает на людей, на пасторов каждой из семи поместных церквей, которыми они были поставлены руководить. Иисус обращался к пасторам церквей. Однако, думаю, будет уместным поговорить о том, чем занимаются ангелы. За что отвечают ангелы? Какие функции выполняют небесные ангелы? Прочитаю из своей книги. В Библии нет точного указания на количество сотворенных ангелов. Однако в послании к евреям 12:22 говорится, что небесные полчища ангелов бесчисленны. Кстати, стоит ли удивляться тому, что время от времени мы видим одного из них? Ведь и в церкви присутствует огромное число ангелов. Но апостол Павел строго предупреждал верующих не увлекаться учениями об ангелах. Так называемые ангельские учения и проповеди расценивались ранней церковью как один из главных источников лжеучений. В первом столетии большая часть лжеучений, с которыми пришлось столкнуться Павлу, была связана с так называемыми откровениями, будто бы переданными людям ангелами. Например, возникшие в церкви в Колоссах сложности на почве доктрин корнями уходили якобы в явление людям ангелов, которые возвестили о новых учениях и передали новые откровения. Неудивительно, что множество культов и сект, существующих по сей день, сформировались на основе предполагаемых явлений ангелов, их учений или откровений. Ангелам не поручено проповедовать людям Божье Слово. Все эти обязанности — прерогативы и удел людей, вестников, в частности, представителей пятигранного служения. Ангелам не давалось полномочий учить и проповедовать. Этого нет в Библии. И если вы узнаете, что кто-то получил наставление или откровение якобы от ангела, стоит задуматься и отклонить это откровение. Ангелы так не поступают. И ниже приводится перечень функций, которые выполняют ангелы. Прочитая его, вы увидите, что во всем Новом Завете нет ни одного упоминания или подтверждения того, что ангелам поручено проповедовать людям Божье Слово. Также нет ни одной ссылки на то, что Бог поручал им исправлять или обличать поместные церкви. Все это попросту не входит в круг обязанностей ангелов. Тогда что входит в их обязанности? Библия полна описаний ангельской активности. Я перечислю вкратце 8 функций ангелов. В моей книге об этом говорится, скачайте ознакомительную версию этой книги. Ангелы восполняют физические нужды людей.
Ангелы придают сил, ангелы сверхъестественно направляют людей, ангелы защищают и избавляют, ангелы возвещают Божьи решения. Это не значит, что они учат и проповедуют. Ангелы повторяют, они учат. Они повторяют. Буквально повторяют слова Бога. Им не дано право дополнять Божьи слова своими или учить о том, что сказал Бог. Они просто повторяют, они учат. Они объявляют от лица Бога. Ангелы совершают нечеловеческие подвиги, поклоняются Богу. Ангелы осуществляют Божье правосудие. Вот восемь основных обязанностей ангелов. Повторю их. Ангелы восполняют физические нужды людей. Ангелы придают сил. Ангелы сверхъестественно направляют людей. Ангелы защищают и избавляют. Ангелы возвещают Божьи решения. Ангелы совершают нечеловеческие подвиги. Ангелы поклоняются Богу. Осуществляют Божье правосудие. Эти конкретные обязанности ангелов подробно описываются на страницах Ветхого и Нового Заветов. Когда в Откровении, 2 главе и 1 стихе говорится «ангелу Ефесской церкви», речь здесь не о небесном ангеле, а о человеке, посланнике. Мне это нравится. Я постоянно говорю пасторам, «Ты настоящий ангел для своей церкви». Пасторы — ангелы. Их послало небо возвещать от имени Господа. Бог сначала говорит им, а затем пасторы, ангелы церквей, обязаны пропустить обращение Божье через себя и озвучить собранию. Это важно. Итак, мы поняли, что значит слово «ангел» в книге Откровения, 2 главе и 1 стихе. А что еще говорится в этом стихе? Вот что написано. «Ангелу Ефесской церкви». Что имеется в виду под словом «церковь»? Если вы выросли в церковной среде, то представляете себе собрание людей или церковное здание. Для вас это церковь. А что представляли себе первые христиане, когда слышали слово «церковь»? Что для них означало слово «церковь»? Я хочу прочитать. Слово «церковь» на греческом «экклесия» состоит из приставки «эк» и корня «калео». Объясню вам через минуту, а сейчас вкратце определение. Слово «церковь», греческая «экклесия», указывало на уважаемое собрание призванных и выделенных людей. Уважаемое собрание призванных, выделенных людей. Изначально оно указывало на престижное собрание выдающихся граждан Афин, которые устанавливали законы, обсуждали городскую политику, разрабатывали новые правила городской жизни, выносили решения в юридических вопросах и спорах, избирали членов магистрата, решали, кого лишить гражданства и изгнать. Их избирали из всего городского сообщества, и быть приглашенным в это собрание считалось огромной честью. В Новом Завете сообщество верующих, выбранных из числа общей массы, избранных, призванных, собранных Богом людей для представительства его интересов в каждом городе, регионе или государстве. Это сообщество людей, призванных принимать решения, влияющие на обстановку в регионе. Вот что означает слово «церковь», греческое «экклесия». В этом слове глубина смысла. Скачав ознакомительную версию этой книги, вам будет проще понять, что означало это слово «экклесия». Я вам прочту. Слово «церковь», греческое «экклесия» состоит из двух частей «эк» и «калео». «Эк» в основном означает «наружу». «Эк» — это «наружу», указывает на выход, когда человек покидает какое-то помещение, чтобы оказаться в другом. Оно также подчеркивает отделение. Это значение играет большую роль для понимания смысла церкви. А корень «калео» обычно означает «призывать» или «вызывать», «приглашать», «созывать». Когда эти две части соединяются в слове «экклесия», получается «вызванные». Следите за мыслью. Я продолжу читать. Как было сказано прежде, «эк» означает «наружу», «калео» — «звать», и «эк» и «калео» соединяются, и новое слово означает «вызывать», «призывать». Слово «экклесия» указывает на целое собрание людей, вызванных из массы. Это люди, которые были отделены, призваны собраться, занять важное и почетное место в своем городе. Ух ты! Быть членом церкви — привилегия. Впервые это слово упоминается в древних Афинах, где оно использовалось исключительно в политической жизни.
Важен изначальный смысл слова «экклесия», поскольку оно продолжало звучать, когда именно этим словом авторы новозаветных текстов решили описать церковь. Авторы Нового Завета понимали, что значит это слово. В том, что они прекрасно знали значение слова «экклесия», нет никаких сомнений. «Экклесия» — церковь. Значение несравненно более глубокое, чем то, что приписывают церкви сегодня. Любой владеющий греческим языком в первом веке, в том числе апостол Павел, понимал значение этого слова при его использовании. Авторы Нового Завета безошибочно использовали это слово для описания церкви и ее роли в Божьем замысле. Послушайте, делегаты, члены экклесии, вызывались из семьи, с работы, от дел и призывались занять свое место в столь почетном собрании, в столь почтенном собрании. Во всех отношениях Афинское собрание «Экклесия» считалось наиболее престижным в то время и в той области. Так что участие в этом выдающемся собрании действительно почиталось за честь. Решения, принимаемые на этом собрании, имели далеко идущие последствия для всех сфер общественной и частной жизни. В древнегреческом мире Афинское собрание «Экклесия» считалось самым знаменитым. Вот как. Становится ясно, почему авторы Нового Завета выбрали слово «экклесия» для характеристики Божьего народа. Использование этого слова, вне всякого сомнения, означает, что поместная церковь — сообщество верующих. Это люди, которые были выбраны из общей массы, они избраны, призваны. Бог собрал их для исполнения своих намерений. Павел и другие авторы Нового Завета смело использовали это слово, понимая, что у церкви есть серьезная, определенная Богом миссия на земле. Нам оказана честь быть избранными. Мы в составе церкви. В слове «церковь» столько важного. И в Откровении, 2 главе и 1 стихе написано: «Ангелу церкви». Мы — церковь, привилегированное собрание, призванные из тьмы, вызванные из греховной жизни, отделенные, чтобы стать выдающимся сообществом верующих, наделенных большой властью и полномочиями для принятия серьезных решений на своей территории. Во времена Нового Завета слово «экклесия» играло большую роль, и авторы Нового Завета знали об этом. Церковь не могла стать маленькой, незаметной группой верующих, которые собирались по углам, под покровом темноты. Христиане считали, что через свою молитву, через свой образ жизни, через благовестие они могут влиять на город, регион или даже страну. Они были Божьей решающей силой на месте своего положения. Вот что такое церковь. Управление церковью было поручено ангелу. И как мы увидели в Откровении, 2 главе, 1 стихе, ангелом был пастор, тот, кто заботился, попечитель поместной церкви. Итак, в Откровении, 2 главе, 1 стихе говорится: «Ангелу Ефесской церкви напиши». И затем Иисус передает свое послание этой церкви. Его мы рассмотрим после возвращения. В этих стихах столько всего. Не пропускайте эти передачи, ведь в каждой из них для вас постепенно раскрывается содержание Христова послания Ефесской церкви. Это же послание актуально для меня и для вас сегодня. Вот как. Продолжим через минуту. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из 10 частей, вы углубитесь в послание, с которым Иисус обратился к церкви в Ефесе, церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3, узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса Ефесской Церкви» скачайте их бесплатно на нашем сайте igc.org. Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров,
У нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, лично проповедовать благую весть в разных точках земного шара, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, заниматься раздачей одежды и предметов первой необходимости нуждающимся, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, кормить людей, лишившихся крова, и оказывать им медицинскую помощь, рассказывать людям преклонного возраста о Христе, помогая им обрести надежду, проводить программы реабилитации для нарко- и алкозависимых, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку, писать книги, которые переводятся на разные языки и распространяются по всему миру, посещать больных, прикованных в постели, и нести им весть о том, что Иисус помнит о них. Станьте партнером нашего служения. Ваша поддержка позволит нам продолжать служить людям по всему миру и расширять наши программы помощи. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Сегодня мы рассмотрели Откровение, 2 главу, 1 стих, где Иисус говорит «Ангелу Ефесской церкви напиши». Мы исследовали слова «ангел» и «церковь». Слово «ангел» относится к посланнику, к человеку в каждой церкви, к человеку, облеченному духовной властью для духовного попечения. Это пастор. До обращения к церкви Иисус обращается к ее пастору. Думаю, важно понять, почему Иисус назвал пастора ангелом. Не забывайте, ваш пастор — ангел. Бог послал его для вашего благословения. Поэтому считайте его небесным посланником в вашу жизнь, ангелом в вашей жизни. Мы поняли, что словом «церковь», греческое слово «экклесия», называется привилегированное сообщество верующих, которые призваны из тьмы, вызваны из прежней греховной жизни. Они отделены, чтобы стать выдающимся сообществом, наделенным способностью и возможностью влиять. Вот что значит слово «церковь». Церковь не должна была стать группой христиан, которые собираются в тайне в маленьком зальчике. Мы призваны Богом влиять на окружающий нас мир. Мы — церковь живого Бога. Это изумительно. Напомню о том, что мы предлагаем цикл передач «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Цикл из 10 частей доступен в аудиоформате. И также предлагаем ознакомительную версию большой книги «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». Отец, во имя Иисуса, сегодня я провозглашаю благословение в жизнь моих друзей. Благодарю, что сегодня мы могли поговорить об Откровении, 2 главе, 1 стихе. Я так рад, что в следующий раз мы перейдем ко 2 стиху. Во имя Иисуса, аминь. Помните, Екклесиаста 8:4, где слово «царя» там власть. И пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт igc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.
С вами Рик Реннер. Я стою в Древнем Ефесе на улице Куретов, одной из старейших и самых роскошных улиц в Древнем Ефесе. 2000 лет назад по обеим сторонам улицы стояли крытые колоннады с красивыми мозаичными полами. На тротуарах красовались статуи поэтов, учителей, политиков, правителей, знаменитых горожан. Этот район города считался поистине царственным. Улица вела к библиотеке и к тому месту, где когда-то стояла синагога, в самом центре города. И здесь прогремела евангельская весть. Она воссияла. И отсюда Евангелие распространилось по всей Асии. По традиции, недалеко отсюда, за свою веру, как мученик умер Тимофей. Ему было 80. В молодом возрасте он мучился от страха. И тогда Павел написал ему во 2 Тимофею 1:7: «Бог дал тебе дух не страха, а силы, любви и здравомыслия». И Тимофей одержал такую победу над своим страхом, что в более поздние годы, по преданию, выйдя на эту самую улицу, он обличил участников языческого шествия в честь всех тогдашних божеств. Тимофей начал обличать толпу, и в ответ его забили до смерти, и он скончался как мученик, по преданию, на этой улице в возрасте 80 лет. Но он победил дух страха, так что если вас мучает дух страха, Бог дал вам не дух страха. Павел и его путники поселились в этом городе, и здесь они стали свидетелями исполнения Божьей воли. Им пришлось принять вызов и приехать. Также и вам нужно принять вызов Божьего поручения. Может, Он призвал вас туда, куда вы не ожидали поехать. Или Бог поручает вам сделать то, к чему, как вам кажется, вы не готовы. Но вы знаете, что это Божья воля. Вам нужно принять ее всем сердцем и ожидать, что Бог подготовит вас своей благодатью. Верьте, Бог подготовит вас к исполнению Его воли. Об этом мы и поговорим сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал вас. Сегодня мы сразу же откроем книгу Откровения, 2 главу, 1 стих, с которого начинается обращение Христа к Ефесской церкви. Ефес был особенным городом. Было бы здорово всем нам побывать в нем, просто попасть в этот город. Он прекрасен даже сегодня. Итак, в этом городе была основана поместная церковь. Сильная церковь, но с некоторыми проблемами. И Христос указал им на эти проблемы. И Христос продолжает говорить об этих проблемах по сей день. Так что нам нужно узнать, что Христос сказал этой церкви. И сегодня мы начнем с Откровения, 2 главы, 1 стиха, и получим для себя в этом стихе массу откровений. Но прежде напомню вам о предложении моего цикла под названием «Послание Иисуса Ефесской церкви». В цикле 10 частей, основанных на этих передачах. Он выпускается вместе с чудесным учебным пособием, которое содержит греческие слова, определения, принципы истины, о которых я говорю в этих передачах. Он полезен для личного изучения и для изучения с друзьями, в группе. Настоятельно рекомендую вам скачать бесплатно. Я также предлагаю вам скачать ознакомительную версию книги под названием «Свет во тьме. 7 посланий 7 церквям». Директор Пергамского музея написал следующее. Здесь на обложке. Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. А тема «7 посланий 7 церквям» книги Откровения. В этой книге столько фотографий, иллюстраций. И как вы видите, каждая страница полноцветная. Книга просто изумительная. Прочесть все 560 страниц за один присест могут лишь некоторые. Чаще всего эту книгу читают как справочник. Она лежит на видном месте, например, на журнальном столе. Просто красивая книга. Ее открывают вновь и вновь. И если вам хочется понять, как жила новозаветная церковь, читайте эту книгу. Если вам интересно, с какими трудностями сталкивались христиане в те времена, вам нужна эта книга, вам нужно ее прочитать. Хотите понимать Новый Завет? Вам нужна эта книга. Новый Завет оживет перед вами. На обороте книги написано «Послание, которое подготовит вас к грядущим событиям». Откройте для себя мир Нового Завета. Узнайте о древних Ефесе и Смирне, оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также актуальность этих обращений для сегодняшней церкви. Это замечательная книга. И сегодня я буду использовать ее, и сегодня я зачитаю прямо из этой книги.
Итак, читаем. Откровение, 2 глава, 1 стих. Но сейчас мы вернемся к 1 главе, 10 стиху. Начнем с него. Из Откровения, 1 главы, 10 стиха, мы узнаем, что апостол Иоанн уже в преклонных годах, ему за 90, сослан на остров Патмос за веру. И вот что он пишет в Откровении, 1 главе, 9 стихе. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». В словах Иоанна «был на острове» глагол «был» — греческое слово «гиномай» — несет в себе следующий смысл. «Произошедшее застало меня врасплох. Это случилось совершенно неожиданно. Странное стечение обстоятельств, которые я никак не мог предусмотреть. Нечто, что было невозможно предугадать. После ряда странных событий я вдруг оказался на острове». И в греческом написано «называемом Патмос». В греческом здесь такая экспрессия. Все знали, что такое Патмос. Я был именно на этом острове, на том самом, который называют Патмос. Оказаться в ссылке на Патмосе не хотел никто. Заброшенное место, забытое всеми. Никакой зелени, растительности. Голые камни и лишь один источник пресной воды. Иоанн был политзаключенным, так что, когда его проводили на берег, никаких камер там не было. Он блуждал по острову сам по себе. Без еды, без воды и без одежды. Иоанн, выживай как хочешь. А ему уже за 90. И он нашел-таки пристанище в пещере, которую сегодня можно посетить. Ее назвали «Пещера Откровения». И в этой самой пещере Иоанн увидел откровение, ставшее книгой Откровения. Иоанн рассказывает нам, как это было, как он получил это откровение в 10 стихе. Послушайте его слова. Он пишет, «Я был в духе в день воскресный». Во-первых, день воскресный указывает не на субботу и не на воскресенье. Это перевод греческого слова «куриакос». Этим словом назывался «день почитания императора». В этот день все римляне поклонялись императору Домициану, вся империя. И Иоанн пишет, «В тот самый день, когда вся империя поклонялась императору Домициану, этому языческому, сумасшедшему божеству, в пещеру к Иоанну вошел Иисус, настоящий император». Иоанн сообщает, «Он пришел меня навестить». И далее он пишет, как это было. Он пишет, «Я был в духе в день воскресный». В переводе короля Иакова слово «дух» написано с заглавной буквы, а в греческом нет заглавных букв. Там просто написано «Я был в духе». Или вот как можно перевести «Я попал в духовное измерение». Причем глагол «был» — греческое «гиномай», которое в данном контексте указывает на переход из одного измерения в другое. Я повторю, переход из одного измерения в другое. Иоанн пишет «гиномай». Не знаю, как это произошло. Я не могу это повторить. Каким-то неописуемым, необъяснимым образом я внезапно обнаружил, что перешел из одного измерения в другое и внезапно оказался. В переводе короля Иакова слово «дух» стоит с определенным артиклем, а в греческом говорится «я перенесся в другое измерение». Я оказался в духовном измерении. И находясь в этом духовном измерении, он увидел откровение Иисуса Христа и все откровения, записанные в книгу Откровения. Библия говорит, что он услышал громкий голос, как бы трубный, который говорил, стихи 10 и 11, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». И далее перечисляются семь церквей. В Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Лаодикию. И первое послание было адресовано церкви в Эфесе. Почему первое послание получила именно она? Потому что первой церковью в Асии стала именно Ефесская церковь. Она была самой крупной, самой заметной, сильной и влиятельной церковью во всем регионе. Более того, Ефес называли «светочем Асии». Считалось, что все, происходившее в Ефесе, влияло на целую Асию.
Из Ефеса по всей Асии расходились дороги и распространялись философия и идеи в сфере образования. За каждым действием Христа стоит четкая стратегия. Евангелие впервые прозвучало в Ефесе, потому что оттуда оно распространится по всей провинции Асия. Сейчас откроем вторую главу и первый стих. Мы остановились здесь в предыдущей передаче. Христос сказал: «Ангелу Ефесской церкви напиши». В прошлый раз мы исследовали два слова. Во-первых, слово «ангел». И мы поняли, что слово «ангел» на греческом «ангелос» в данном контексте относится не к небесному ангелу. В Писании слово «ангелос» часто указывает на ангельское создание, на небесных ангелов. Однако в данном конкретном случае слово «ангелос» стоит перевести как «посланник». И относится это слово к посланнику церкви. В данном случае к пастору церкви. Отметить это крайне важно. Когда Христос хочет передать церкви свои слова, Он направляет их не всей церкви, а пастору. Христос никогда не нарушает принцип духовной субординации. Когда Христос хочет похвалить церковь, зачастую пастор слышит об этом первым. А когда Христос вынужден упрекнуть церковь, сделать замечание, зачастую первым эти слова услышит пастор. И на пастора возлагается ответственность обдумать послание и передать его всему собранию. В Откровении 2 и 3 главах мы видим, что Христос считается с полномочиями людей, которых Он сам назначил. Христос обращается к пастору, и затем пастор доносит послание до церкви. Итак, ангелу или пастору церкви. Мы поняли, что в греческом слово «церковь» — «экклесия». Я прочту из своих заметок. Слово «церковь» на греческом «экклесия», состоящее из приставки «эк», что означает «наружу», и указывает на выход, что-то на выход. И корень «калео» означает «призывать», «взывать», «созывать». Когда эти две вещи соединяются, получается слово, которое описывает того, кто вышел из общества, потому что был призван к чему-то другому. Следовательно, это слово можно перевести как «престижное собрание призванных и отделенных людей». Те, кто был избран. Это говорит о том, что церковь — это привилегированное сообщество. Мы — призванные и отделенные люди. Вот что означает слово «церковь» — «экклесия». В истории слово «экклесия» относилось к собранию уважаемых афинских граждан. То есть слово «экклесия» приобрело особенное значение в Афинах, где оно указывало на престижное собрание афинян, которые собирались регулярно, 40 раз в год, чтобы устанавливать законы, обсуждать политику, разрабатывать новые правила городской жизни, выносили решения в юридических вопросах, избирали высшего магистрата Афин. Их избирали из городского сообщества, призывали, и быть в этом собрании было огромной честью. А в Новом Завете слово указывало на сообщество христиан, призванных из мира, собранных Христом, избранных лично и персонально, собранных воедино, чтобы представлять Бога в каждом селении, городе и стране. Это сообщество призвано принимать решения, которые определяют обстановку в регионе. Это значит, что церковь — это не просто маленькая группа людей в здании, которая стоит на улице. Церковь — это не сообщество христиан, которые прячутся от мира. Мы с вами призваны влиять на обстановку, на духовную обстановку, в городе, в стране, влиять там, куда Бог нас поместил. Слово «экклесия» описывало группу людей, которые призваны оказывать влияние, и в случае церкви оказывать духовное влияние. Собравшись, члены сообщества вместе молились, и даже в Афинах среди язычников встречи «экклесия» начинались с молитвы. Затем к собранию обращался оратор, называемый «кирукс». От этого слова произошло понятие «проповедник». Все эти слова позаимствованы из светского лексикона. Итак, называя нас церковью, Библия подчеркивает нашу силу и власть. Мы призваны менять духовную атмосферу в своем городе, в своей области и в своей стране. Мы озвучиваем Божью волю на земле. Мы — престижное собрание. Это первое, что мы поняли. И теперь дальше. Смотрите, что говорится. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Слово «держащий» на греческом «кратос». Это понятие «кратос» подчеркивает сильную хватку. Послушайте внимательно. Сильную хватку, крепкие объятия, прочное сжатие. Другими словами, что бы вы ни держали в руке, вы держите это настолько крепко, так сильно прижимаете к груди, что никто не может выхватить это у вас. Вы контролируете ситуацию, это дело в ваших руках.
А что Христос держит в своей правой руке? Ответ в Библии – семь звезд. В данном контексте семь звезд представляют семерых пасторов семи церквей. Я нахожу это интересным, ведь в этих главах пасторов называют ангелами, а сейчас еще и звездами. Правда интересно? Так вот, ваш пастор – ангел, а еще ваш пастор – звезда. И что же все это значит? Я вам скажу, что это значит. Давайте посмотрим на слово «звезды», и для этого откроем страницу 76 в этой чудесной книге «Свет во тьме». Вот значение слова «звезда». Прежде всего, на греческом слово «звезда» или «звезды» — «астерос». В этом стихе во множественном числе указывает на обычные звезды, как небесные тела во Вселенной. И вот что я написал в своей книге. Почему Иисус называет пасторов звездами? Вот почему. Послушайте. Эти пасторы должны были сиять подобно звездам, пронзая своим светом духовную мглу в регионе. Пасторы должны были, словно маяки, указывать церквам верный путь. Именно пасторам церквей было заповедано светить, как звезды, для того, чтобы указывать направление людям, потерявшимся во тьме, вести пропавших в грехах людей ко Христу, вдохновлять верующих на поклонение Богу, преподавать Божье Слово, чтобы верующие научились распознавать времена жизни. При условии исполнения этих обязанностей семь пасторов действительно стали бы светочами в своем поколении, оказывая глубокое влияние на будущие судьбы людей, пасти которых доверил им Бог. Подобно звездам на небосклоне, даже самое яркое и блистательное пасторское служение не вечно, и со временем ослабеет и пойдет на убыль. Это правда. Вечных пасторов не бывает. Пусть отдельно взятый пастор несет служение в одном и том же месте в течение долгого времени, но вечных пасторов не существует. В конечном итоге наступит момент, когда свет даже очень успешных пасторов начинает угасать, для того, чтобы родилась новая звезда. Со временем все пасторы постепенно передают свои позиции новым, которым предстоит начать сиять в церкви в этом городе и дальше. И дальше. Продолжительность отдельно взятого пасторского служения может быть коротким или длинным, в зависимости от нескольких факторов. Ключевыми же факторами являются, пожалуй, запас духовного топлива и степень выдержки в самой его сердцевине. Это относится и к натуральным звездам. Долгота их сияния, долгота жизни и излучение света зависит от объема топлива в их недрах. Зачастую продолжительность служения пасторов в больших церквах короче, ведь они испытывают огромное давление в сердцевине, что побуждает их сжигать свой запас топлива стремительнее. И пусть кажется, что пасторы церквей меньшего размера горят и сияют не так ярко или оказывают не столь глубокое влияние на людей по сравнению с пасторами больших церквей, продолжительность служения таких пасторов зачастую оказывается большей, так как на плечах этих пасторов лежит гораздо меньшее бремя нагрузки и давления. Вот как. Продолжительность пасторского служения определяется объемом духовного топлива в сердце пастора, интенсивностью расходования топлива, а также способность пастора переносить нагрузки и давление в самой сердцевине его существа. Послушайте дальше. Подобно огромным звездам, пасторы крупных церквей сталкиваются с потенциальной опасностью испытать чрезмерное давление внутри себя, если станут гореть слишком ярко и сильно. Пасторы же, менее крупных церквей, возможно, будут сиять не так ярко, в смысле распространения своей известности, однако их свет может продлиться дольше по причине меньшего давления в недрах. Таким образом, яркость свечения пастора и длительность этого свечения определяется происходящим в сердце, в жизни пастора. Описание звезд в этой книге продолжается еще долго, и вот дальше. Подобно 10 миллиардам триллионов звезд во Вселенной, в пасторском служении не найти совершенно похожих друг на друга пасторов. Одних Бог призывает к пасторству в крупных городах, других вести церкви среднего размера, а кого-то ставит над и вовсе небольшими церквами. Одни пасторы сияют подобно светилам, звездам, их имена известны широким массам, в то время как другие по причине меньшего размера церквей или городов практически незаметны. Но независимо от размера церкви или служения, пасторы призваны сиять в соответствии с Божьим предопределением для их жизни. И можно читать еще очень долго. Поразительно, почему Иисус уподобил пасторов звездам. Ваш пастор – ангел. Относитесь к нему как к ангелу. Греческое слово «ангелос», как написано, ангелу церкви в Ефесе, пастор, Божий посланник и служитель для вас. Кроме этого, он еще и звезда. Его задача — освещать путь для вас, освещать путь для церкви, освещать путь Божьей пастве. А вы относитесь к пастору как к ангелу? Вы воспринимаете пастора как звезду? Ведь он именно такой. Если вы, дорогой зритель, сам пастор, перестаньте принижать себя, хватит себя умолять, вы Божий посланник.
Вы призваны быть Божьей звездой для вашей церкви и города. Так что светите и используйте топливо в своих недрах с мудростью, чтобы ваше служение не оказалось коротким, пусть оно длится долго. Изумительно, правда? Все это скрыто в слове «звезда». Послушайте. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Так говорит держащий семь звезд в деснице своей. Держащий. Он держит эти семь звезд в правой руке. Послушайте, что я написал на странице 289 этой книги. Здесь Иисус, Кратос, крепко держит эти звезды, этих пасторов, в своей правой руке. Слово «держащий» в Откровении 2.1, греческое слово «кратос», описывает власть и подчеркивает контроль Христа над пасторами. В контексте данного стиха оно указывает на власть и полномочия над кем-то. Властное владение кем-то или чем-то. Обладание на правах господина. Слово «кратос» выражает тот факт, что Христос властно держит в своей руке пасторов. Они пребывают в его власти и подотчетны ему. Важно заметить, что эти пасторы находились не в руках совета диаконов, не в руках совета попечителей церкви. Разумеется, в каждой поместной церкви должна быть разработана и задействована система подотчетности. Однако пасторов для каждой церкви призывает именно Иисус Христос. Следовательно, прежде всего, пасторы будут отвечать перед Ним. Пастор пребывает в правой руке Христа. Сопастыри пребывают во властной руке великого пастыря-начальника, главы церкви. Так что ему они дадут отчет в первую очередь. Пасторы отвечают за то, чтобы в точности и четко довести до сведения прихожан важное Христово послание. И в данном случае речь идет о семи наиболее влиятельных церквях Асии, которые существовали в то время. Правда, изумительно. Христос держит этих пасторов в правой руке. Они отвечают Ему. Они под Его управлением. Они ангелы и звезды. Так важно пребывать в правой руке Христа. Это очень важно. И далее в этом стихе мы читаем. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Причастие «ходящий» — греческое слово «перипатео». И вот его значение — ходить вокруг чего-то, жить и работать в одной и той же местности. Здесь образ человека, настолько давно ходящего одной и той же дорогой или в одной и той же местности, что он может пройти по ней чуть ли не с закрытыми глазами. Этот человек знаком с маршрутом, потому что давно живет и работает в этой местности. Данное слово указывает на движение ступней, речь о человеке, который передвигается по одной местности настолько долго, что это место стало для него средой обитания. И это часто переводится как «прогуливаться». Мы видим Христа, который постоянно ходит, регулярно ходит посреди семи золотых светильников, то есть церквей. Это местность, в которой действует Христос. Вот почему во втором стихе о нем говорится. «Я знаю твои дела». Он всегда был там, он ходил между церквями. Христос прогуливался между церквями, и поэтому он может говорить о их недостатках с точностью. Наше время вышло, но я скоро вернусь. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. На страницах этого глубокого исследования Рик Реннер раскрывает тайны древнего мира и описывает трудности, с которыми столкнулись христианские церкви в языческом мире. Исторический контекст и увлекательные детали позволят вам оценить глубину Писания и понять, как откровения Нового Завета относятся к нам сегодня. Прекрасно оформленное печатное издание состоит из около 600 страниц. Посредством фотографий, иллюстраций и глубоко развернутых комментариев Рик Реннер воссоздает атмосферу и оживляет исторические события Нового Завета. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из 10 частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу.
ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса Ефесской Церкви, скачайте их бесплатно на нашем сайте igc.org. Меня зовут Джоэл Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Станьте партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Сегодня мы рассматриваем Откровение, 2 главу и 1 стих. Послание Христа Ефесской Церкви. Говорится, ангелу Ефесской Церкви напиши. Мы изучили слово «ангел», греческое слово «ангелос», которое в данном контексте указывает на пастора церкви. Ангелам, небесным ангелам, ангельским созданиям никогда не поручалось учить или проповедовать или обличать поместные церкви. Эту ответственность всегда несли люди, а именно пасторы церкви. И в данном контексте слово «ангелос» можно перевести как «посланник», и речь идет о пасторе церкви. Иисус сказал «ангелу церкви». Мы изучили слово «церковь», греческое слово «экклесия». Оно описывает престижное собрание верующих, которые призваны из мира и собраны, чтобы оказывать духовное влияние. Мы наделены Богом, правом принимать решения. Мы призваны Богом влиять на свои города и страны, оказывать духовное влияние. И далее по тексту мы читаем. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей. Мы поняли, что слово «держащий», греческое слово «кратос», указывает на крепкое сжатие. Христос держит пастора в правой руке. Они в ответе перед Ним, подотчетны Ему. И далее мы читаем, что Христос ходит посреди 7 золотых светильников. Именно с этого мы начнем следующую передачу. Хочу напомнить о предложении моего цикла «Послание Иисуса Ефесской Церкви». В нем 10 частей в аудиоформате. Также предлагаем ознакомительную версию книги «Свет во тьме. 7 посланий 7 церквям». Давайте вместе помолимся. Отец, благодарю Тебя за привилегию встречаться каждый день для изучения Библии. Спасибо, Господь, за эту невероятную честь. И я прошу, чтобы в жизнь моих друзей пришло Твое благословение. Мы молимся о пасторах, Твоих ангелах и звездах. Благослови их. Отец, благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Помните Екклесиаста 8:4, где слово «царя», там власть. И пусть сегодня в вашей жизни является власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. С вами Рик Реннер. Мы в древнем Ефесе. Это один из моих любимых городов на земле.
И одна из причин моей любви к городу Ефесу и частым визитам сюда заключается в том, что с 52 года нашей эры на этом нечестивом месте, в этом нечестивом городе являлась безграничная Божья благодать. Около 52 года апостол Павел и его сослуживцы Акила и Прескила трудились в Коринфе, и их труд там был завершен. В Коринфе появилась церковь, поистине рожденная Божьей силой. И они поняли, что дело сделано, и их ждут новые места, и решили, что им нужно ехать в Ефес. Это в провинции Асия. Они сели на корабль в Кенхреях, портовом городе близ Коринфа, и по Эгейскому морю отправились в Ефес. Там они сошли на берег и принялись служить в силе Духа. Это происходило в 52 году. Жить в новом для них городе, должно быть, оказалось непросто. Они здесь никого не знали, христиан здесь не было. Они оказались в обстановке, где до тех пор не звучала евангельская весть. Погруженный во мрак, духовно гнетущий город, с большим числом языческих капищ, культов, идолопоклонством, распущенностью, Ефес был воплощением язычества. Павел и его спутники вошли в город и направились в самый его центр и начали благовествовать. Вскоре после этого они познакомились с Аполлосом, которого наставили в истине. Служение Павла родилось в самом центре города Ефеса. И Божья благодать изливалась без меры в чудесах, знамениях и явлениях Божьей силы. Библия говорит даже об особых чудесах, которые здесь совершались. Так родилась сильная Ефесская церковь. Церковь, которой Иисус обращается во второй главе книги Откровения. И Иисус обличает церковь, хвалит ее, говорит им, что нужно сделать, так же, как Он и говорит, что сегодня нужно делать нам. Иисус по-прежнему обращается к нам, исправляя, помогая нам, чтобы наша духовная жизнь была продолжительной и успешной. Об этом я и хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Еще раз приветствую вас. Сегодня мы продолжаем изучать Христово послание Ефесской церкви. Ефес был изумительным городом. Была бы моя воля, мы бы с вами поехали туда, в Древний Ефес, который сегодня остается одним из самых изумительных археологических памятников в мире. И в этом древнем городе была замечательная, знаменитая, сильная и очень влиятельная Ефесская церковь, повлиявшая в первом столетии на весь Осийский регион. Отличная церковь, но у нее были и недостатки. И во второй главе Откровения Христос раскрыл нам как положительные, так и отрицательные ее качества. Сказанное Христом в этих стихах остается актуальным и для нас с вами сегодня. Нам важно слышать, что Христос сказал тогда, потому что Он продолжает говорить это и сегодня. Итак, сегодня мы читаем Откровение, вторую главу, первый стих, и затем второй. И хочу напомнить о своем цикле «Послание Иисуса Ефесской Церкви». В нем 10 частей, и он в аудиоформате. В аннотации говорится, что Иисус говорит Церкви тогда и сейчас. Мы говорим об истории Ефеса, о большом пробуждении, о том, как христиане утратили первую любовь, и как вернуть эту любовь, что значит покаяние, что значит быть победителем. Вообще, цикл основан на этих передачах и предлагается вместе с учебным пособием. В нем греческие слова с определениями. Это настоящий подарок. Его можно читать самому или вместе с другими в домашней группе. Рекомендую вам скачать бесплатно. Мы также предлагаем скачать ознакомительную версию книги, отрывки из которой вы сегодня услышите. Она называется «Свет во тьме». На обложке есть отзыв директора Пергамского музея. Человека серьезнее быть не может, он написал. Одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. На обороте свой отзыв оставил бывший старший археолог Ефеса и директор Ефесского музея. И вот что он написал. Вот его слова. «На полках моей библиотеки стоит множество исторических книг на эту тему, но ни одна из них не сравнится с этим трудом. И мне очень приятно, что такие люди так отзываются о моем труде».
Вот почему эта книга уникальна. Таких в мире нет. В ней 560 страниц. Если не читаете, используйте как гантели. Книга многозначительная, и вряд ли вы прочтете ее за один присест. Эта книга может стать для вас, как она уже стала для многих других, настольным справочником. И я сам перечитываю эту книгу и пользуюсь ей поныне. Да, я написал ее, но держать все ее содержание в голове невозможно. Потому я регулярно открываю ее и вспоминаю, что что-то из истории церкви, из того, с чем сталкивались первые христиане, так я лучше понимаю, и вы лучше поймете, обстановку Нового Завета. С этой книгой Новый Завет оживает перед вами. И здесь не просто текст. Нет, 560 страниц полноцветной печати с фотографиями, иллюстрациями. Снимки были сделаны моими сотрудниками, нашей командой в Турции. Это наши снимки. Книга замечательная. Рекомендую. Она обогатит вашу духовную жизнь. Ну что ж, перейдем к нашей теме. Откровение, 2 глава, 1 стих. Но сначала откроем первую главу. Из первой главы мы узнаем, что Иоанн живет на острове Патмос. И на этом острове он увидел сверхъестественное откровение. Об этом мы читаем с 10 стиха. Откровение, 1 глава, 10 стих. Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный». И мы уже поняли, что глагол «был» — перевод греческого слова «геномай», который указывает на переход из одного измерения в другое. Это произошло внезапно, неожиданно. Когда Иоанн находился в своей пещере на Патмосе, которую можно посетить и сегодня, ее называют «Пещерой Откровения». И когда он был там, сказано «Я был». Греческое слово «геномай». То есть произошедшее застало меня врасплох, совершенно неожиданно. И я вдруг оказался на пути из одного измерения в другое. А далее он называет другое измерение. Сказано «Я был в духе». В переводе короля Иакова «дух» написан заглавной буквой, а в греческом нет заглавных букв. Там написано просто «Я вдруг оказался в духовном измерении». Иоанн перешел в духовный мир. И оказавшись в духовном измерении, он слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. То был голос Иисуса, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу». Кстати, в словах Иисуса «напиши в книгу» звучит срочность. Сделай это сейчас же, как можно быстрее. Послание Христа семи церквям было весьма срочным. «Что видишь, напиши в книгу». И срочно пошли церквям, находящимся в Асии. И далее Христос упоминает семь основных церквей. Церквям в Ефес, в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Ладикию. Первый в этом списке — Ефес. Свое первое конкретное послание Христос начинает во второй главе. Но прежде чем открыть вторую главу, вам нужно услышать 12 и 13 стихи. Читаем. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников». Семь золотых светильников — это символ тех семи ассирийских церквей. Христос уподобляет семь церквей семи золотым светильникам. Почему? Мы скоро поймем. Отметим важную деталь в 13 стихе. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Иоанн увидел Иисуса, который стоял посреди церкви. Далее, в 13 стихе, слово «посреди» — греческое слово «мейсус» — в самой-самой середине, в самой сердцевине. Иоанн повернулся и увидел Иисуса. И услышал голос Иисуса. Узнал этот голос, потому что помнил его. Он повернулся увидеть говорящего с ним. И, повернувшись, он пишет: «Я увидел Сына Человеческого, стоящего прямо посередине, в центре, меж семи золотых светильников». Он увидел Христа, который стоит посреди церкви. Теперь откроем вторую главу, первый стих. Продолжаем. С начала второй главы говорится: «Ангелу Ефесской церкви». Мы изучили слово «ангел», греческое слово «ангелос», которое означает «посланник», «попечитель», в данном контексте «пастор церкви». Итак, «ангелу церкви». Теперь мы знаем, что пастор — это ангел. Слово «церковь», греческое слово «экклесия», где «эк» означает «наружу», в смысле «выйти наружу», «эк», «эк» — «наружу». И «калео» означает «звать», «призывать», «созывать». Вместе они образуют слово «экклесия», которое было позаимствовано из светского обихода в Афинах.
В Афинах было свое собрание, экклесия, объединение граждан, призванных от местного общества для управления городом. В нем принимались значимые решения. Все писатели Нового Завета хорошо знали, что такое экклесия. Для нас это слово стало словом «церковь». Вне всякого сомнения, они пользовались этим словом. Используя слово «экклесия» или «церковь», Павел и все писавшие Новый Завет, и сам Христос, как в нашем стихе, говорят, что мы с вами были призваны выйти из общества. Мы вызваны, мы отделены. Мы призваны, созваны, собраны вместе. Мы престижное сообщество христиан, которые призваны оказывать духовное влияние на жизнь своих городов и стран. Мы призваны не прятаться по углам. Мы властный Божий голос там, где находимся. В этом Божья воля для церкви. И это радует. Иисус говорит, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в десницу своей». И мы уже поняли, что слово «держащий» в греческом «кратос» указывает на властное обладание. Далее, семь пасторов названы семью звездами. Сначала они были названы ангелами. Ваш пастор — ангел. Теперь они еще и звезды, подобно звездам. Подобно источнику света в темноте, пасторы должны светом указывать путь своим церквам, своим городам. Они должны светить и направлять людей. Причина использования слова «звезды» весьма веская. Заметьте, Христос держит этих пасторов. Слово «держащий», греческое «кратос» — это властное владение, сжатие, указывает на то, что пасторы находятся в правой руке Иисуса, а правая рука всегда символизирует власть и правление. Пасторы находятся не во власти совета диаконов, совета старейшин, совета церкви. Пасторы в правой руке Христа. Они подотчетны Христу и будут отвечать перед Ним. А Христос правит в церквях через пасторов. Вот как следует понимать слова «держит их в своей правой руке». Смотрим, что написано далее. Так говорит держащий семь звезд десницы своей. Внимание! Ходящий посреди семи золотых светильников. Подождите, смотрите, что-то меняется. В первой главе и 13 стихе говорится, что Христос стоит посреди семи светильников, золотых светильников. Слово «посреди» греческое «мейсос» в самом центре, в самой середине, сердцевине. Христос стоит на месте посреди семи золотых светильников. Теперь же, во второй главе и первом стихе, Иисус ходит посреди семи золотых светильников. Что же все это значит? Прочту из своих заметок. «Причастие ходящий» — перевод греческого слова «перипатео». Это означает ходить вокруг, внимание, жить и работать в одной и той же местности. Это образ человека, настолько давно ходящего одной и той же дорогой или в одной и той же местности, что он может пройти там чуть ли не с закрытыми глазами. Этот человек знаком с этим маршрутом, потому что давно живет и работает в этой местности. Данное слово указывает на движение, когда речь о человеке, который передвигается по этой местности настолько долго, что это уже среда обитания для него. Это его повседневная жизнь. И часто слово «перипатео» переводится как «жить» или «прогуливаться». Это очень важное слово. «Пери» значит «вокруг», «патео» — «ходить». Христос буквально ходит кругами вокруг церквей. Но этого было бы недостаточно. Он еще и входит внутрь церкви и ходит в синодальном переводе посреди, греческое «мейсос», то есть Христос прямо в центре церкви, в самой середине церкви, в самой сердцевине. Использование слова «ходящий», греческое «перипатео», говорит о том, что Христос привычно ходит этой дорогой каждый день. Христос живет среди своей церкви. Церковь у Него в сердце. Он отдал жизнь за церковь. Христос любит церковь. В сегодняшнем мире церковь унижают и ни во что не ставят, а Христос любит свою церковь. В 1 главе, 13 стихе Откровения, Он стоит посреди церкви. Христос не снаружи церкви. Он не заглядывает внутрь, находясь снаружи. Христос прямо внутри. Он в ней. Во 2 главе и 1 стихе Откровения Христос ходит посреди церкви, прохаживается, прогуливается по церкви. Церковь — это Его место жительства. Христос привык быть в церкви, Христос любит церковь, Он связал Себя с церковью, Он живет посреди церкви. Смотрим далее. Он ходит посреди семи золотых светильников. Это очень важно. Слово «золотой» на греческом «хрусос»
прочту из заметок. Так греки называли золото. В первом столетии, когда писались эти слова, золото считалось самым дорогостоящим веществом в мире. И слово указывает на нечто редкое и высоко ценимое. Оно также может использоваться в переносном смысле, указывая на что-то драгоценное, имеющее огромное значение для кого-то. В глазах Иисуса Христа церковь сделана из золота, она золотая. Во второй и третьей главах книги Откровения кажется, будто все эти церкви состояли из глины. У них были ощутимые недостатки, существенные изъяны. Однако в данном стихе мы не видим слов вроде «Ах, какие же у вас изъяны! Сколько же у вас недостатков!» Нет. Смотря на церковь, Христос видит золото. Она ему дорога. Она для него ценна. Для Христа нет ничего дороже церкви. Он отдал жизнь именно за церковь. Христос умер за церковь, пролил кровь ради церкви, воскрес из мертвых ради церкви. И сегодня Христос справа от Отца и непрестанно ходатайствует за церковь. Для Христа церковь — это все. Скажу вам прямо. Если ваше мнение о церкви иное, то вам нужно поменять свое мнение. Наше мнение должно совпадать с мнением Иисуса. Да, у церкви есть недостатки. Это так. У каждой из семи церквей были изъяны. Пять из них услышали серьезные упреки. Но это никак не изменило сути. Для Христа они золотые. Церковь золотая. Если церковь золотая для Христа, она такой же должна быть и для нас. Мнение Иисуса должно стать нашим мнением. А по мнению Иисуса, церковь из чистого золота. Скажите «Аминь». Это замечательно. Итак, Иисус ходил между семью золотыми светильниками. В русском переводе слово «светильник» перевод греческого слова «лукнос», но в данном случае «лукния», то есть множественное число. Речь идет о масляной лампаде, которая умещалась на ладони. Ее ставили на стол, на подставку повыше. Подобные лампады лепились из глины, внутри лампады было масло. А в одно из отверстий вставляли фитиль и поджигали, и так лампада излучала свет. Эти лампады считались жизненно важным предметом, потому что оставались единственным источником освещения в темноте. Здесь речь идет не о такой свече, не о подставке для лампы или для светильника, а именно о самом светильнике. Такие свечи-подставки и подсвечники появились аж через 1000 лет после написания книги Откровения. Почти 1000 лет спустя. Итак, Иоанн здесь говорит о светильнике. И что же увидел апостол? Он увидел вот такой светильник, масляную лампаду. Это настоящая масляная лампада из первого столетия. И сейчас на моем столе таких лампад 7. Все они настоящие, древние, подлинные. Именно о таких лампадах и говорил Иисус. Не о такой свече. Это замечательное сравнение. Христос уподобляет 7 церквей масляным светильникам или масляным лампам. А почему он прибегает к такому примеру для описания церкви? Прочитаю отрывок со страницы 56 своей книги «Свет во тьме». Сказать самому лучше написанного мне не удастся. Послушайте внимательно эти слова. Существительное «светильник» в книге Откровения, греческое слово «лукнос». О нем мы и говорим. Это слово может указывать только на масляную лампаду, самый распространенный источник света, сделанный человеком и используемый в новозаветные времена. Речь идет о лампадках, слепленных из глины. Они умещались на ладони. Такие лампады заправляли маслом, а длинный фитиль, который пропитывался маслом, мог гореть достаточно долго. Следовательно, в первом столетии лампада считалась очень важным элементом повседневной жизни. Глиняные лампады были хрупкими, это важно. Они же из глины. Все лампады из глины, и зачастую их можно было раздавить одним сжатием ладони. Следовательно, неся такой светильник, нужно было проявлять осторожность, чтобы не раздавить лампаду. И это объясняет, почему Бог использовал лампаду в качестве символа для описания Церкви Иисуса Христа. Церковь состоит из хрупких, несовершенных людей. Кто бы мог подумать, что Бог поместит своего духа в сосуд, настолько хрупкий, как человеческий организм, или как церковь. Но именно так Бог и поступил. Бог избрал церковь в качестве главного источника освещения в темном мире. И далее. Глиняные лампады заливали масло. Как известно, масло — это символ Святого Духа в Ветхом и Новом Заветах. Как в этих лампадах содержалось масло, так же церковь — вместилище Святого Духа в сегодняшнем мире. При всей очевидности нашей хрупкости, нашей слабости, еще более очевидно то, что Бог милостиво доверил нам вмещать и носить в себе запас елея Святого Духа. И Он отвел для нас
достаточную меру этого небесного елея, чтобы церковь могла светить в мире до самого его края. Кроме масла, лампаде нужен был еще и фитиль, который вставлялся в лампу через одно из отверстий. И вот еще одна, греческая. Через это отверстие в лампаду вставлялся длинный фитиль. Вставленный фитиль опускался в масло, пропитывался, и затем, когда его поджигали, горел несколько часов, распространяя свой свет среди тьмы. Так и церковь является сосудом елея Святого Духа. Но каждый христианин в ней должен сначала дать своему сердцу как следует пропитаться елеем Святого Духа, чтобы затем сиять Божьим светом в мире так, как было задумано Богом. Также важно отметить, что свет исходил из отверстия масляной лампады, похожего на уста. У лампады как бы есть уста, и подобным образом уста верующего позволяют огню и свету Святого Духа распространяться в мире через евангельское послание. Мир глубоко погружается во мглу, и трудно представить, насколько темнее стал бы мир, не предоставь верные благовестники свои уста Святому Духу для провозглашения жизнеутверждающей истины об Иисусе Христе. Еще важная мысль. Все эти лампады разные. Смотрите, они настоящие, и среди них нет двух одинаковых. Все разные. Удивительно, правда? Среди лампад первого столетия вы не найдете двух совершенно одинаковых, потому что все они ручной работы. Они различны по форме, и у каждой свои уникальные свойства. Также не существует и двух одинаковых церквей. Если вы пытаетесь сделать свою церковь такой же, как другая, остановитесь. Ваша церковь никогда не будет как другая. Как нет двух одинаковых ламп, так и ваша церковь не будет такой же, как другая. У вашей церкви свои особенности, свои преимущества. Такой ее создал Бог. Это ваша церковь для вашего города, для вашей улицы, для вашего района. Ваша церковь обладает особенностями, которые свойственны только вашей церкви. У каждой церкви есть свои качества. Это изумительно. Церковь Иисуса Христа. Мы — Божья лампада на земле. Мы — сосуд, полный елея Святого Духа. И когда наши сердца погружаются в этот елей, мы пропитываемся Божьим помазанием. И стоит нам лишь открыть свои уста, мы начинаем излучать свет среди тьмы. Еще одна деталь. У лампад была ручка. Свет можно направлять. Так и мы в руках Христа, и у Него есть право и власть направлять церковь куда Ему угодно. Мы — Его свет во тьме. Мы — церковь. Христос стоял не у края церкви, словно стыдясь ее. Откровение, 2 глава, 1 стих. Смотрите. Христос стоит посреди церкви. Посреди. Он знает церковь настолько хорошо, что во втором стихе говорит: «Я знаю твои дела». Христос знал о них все, и теперь начинает говорить о том, что увидел в Ефесской церкви. Будет интересно. На сегодня это все. Я вернусь через минуту. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из 10 частей, вы углубитесь в послание, с которым Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса Ефесской Церкви» скачайте их бесплатно на нашем сайте igc.org. Меня зовут Джилл Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру.
лично проповедовать благую весть в разных точках земного шара, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, заниматься раздачей одежды и предметов первой необходимости нуждающимся, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, кормить людей, лишившихся крова, и оказывать им медицинскую помощь, рассказывать людям преклонного возраста о Христе, помогая им обрести надежду, проводить программы реабилитации для нарко- и алкозависимых, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку, писать книги, которые переводятся на разные языки и распространяются по всему миру, посещать больных, прикованных в постели, и нести им весть о том, что Иисус помнит о них. Станьте партнером нашего служения. Ваша поддержка позволит нам продолжать служить людям по всему миру и расширять наши программы помощи. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Мы изучаем Откровение, 2 главу, 1 стих, где Христос ходит посреди семи золотых светильников. И мы поняли, что Христос ходил посреди. Ходил на греческом «перипатео» — это его постоянное место пребывания. Где он ходит? Он прогуливается посреди церкви. «Пери» значит «вокруг», «патос» — «внутри». Христос ходит вокруг церкви, заходит внутрь. Христос любит церковь. Церковь — территория его проживания, и здесь он действует. Более того, он настолько сильно любит церковь, что в этом стихе называет ее «семью золотыми светильниками». Слово «золотые» — «хрусос». Для Иисуса церковь золотая. Вам она может казаться другой, но для Иисуса она золотая. Иисус умер за церковь. Он называет церковь светильником. Не таким. Такие свечи появились почти 1000 лет спустя. Иисус говорил о лампаде, о лампе, подобной этой, о масляной лампаде. Вот настоящая масляная лампада из первого столетия. Вот о чем говорит Христос. Мы церковь. Лампада сделана из глины. Может быть, в ваших глазах церковь и правда глиняная, несовершенная. Но в глазах Христа мы золотые. Потому что, как эта лампада, в которой когда-то было масло, так же и мы, сосуды со Святым Духом. У нас есть уста. Как у лампады было отверстие, похожее на уста. И через наши уста, силы Святого Духа, в огне Святого Духа, мы излучаем свет во мраке. Для Иисуса мы золотые, мы такие, это замечательно. На сегодня все. Было здорово. Напомню о предложении цикла «Послание Иисуса Ефесской Церкви», об ознакомительной версии книги «Свет во тьме». Буду ждать встречи с вами. Мы продолжим говорить с этого места, и будет замечательно с Богом. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.